Одна из харьковских школ на два дня превратилась в настоящий съемочный павильон. Такого живого концерта рок-музыки учебные стены еще не слышали. Харьковский режиссер Евгений Жибко несколько месяцев согласовывал с музыкантами сценарий клипа. Сошлись на анимации. Песня о том, как девушка из Днепропетровска влюбляется в рок-музыканта. Все видео наши герои будут путешествовать сквозь массу препятствий, которые будет создавать наша героиня. Героиня – это такая повелительница проводов. Ну и, собственно, весь клип – это какая-то ее попытка окутать и запутать в своих проводах. Фантасмагорию снимают на так называемой «зеленке». На однотонный фон при монтаже клипа наложат разнообразные картинки. Героев превратят в анимационных персонажей. Пока каждого музыканта снимают по отдельности. Режиссер дает указания, легкая репетиция. И на старт. Музыканты в приподнятом настроении. Александр Ярмола, лидер группы «Гайдамаки», рассказывает, задумал сделать непривычную работу для Украины. Проект воплощает без коллег по коллективу, зато с единомышленниками из Польши. Ця музика будується на рифах. Те, що є дуже не характерно для України. В Україні побудова музики йде від акордів. І це те, до чого ми звикли, і те, що мені не бридло. Слова к песне «Девушка из Днепра», делится Александр Ярмола, написал на одном дыхании, когда услышал музыку коллег по цеху. Написал під час рекордингової сесії. Дік заграв гітарні рифи, і зразу до того написав слова, просто поклав, навіть без риби, без нічого, просто на протязі одного дня. Я думаю, що це більше символічна історія. Ця історія трапляється на кожному концерті в кожному місті. Тем не менее, история любви самого Александра очень схожа с сюжетом песни. Женой Адрианной, сегодня она по совместительству менеджер группы «Гайдамаки», познакомились на одном из польских фестивалей. Моїй подрузі дуже сподобався трампоніст гурту, але вона дуже сідалася сама підійти і каже, ну, давай, поможеш мені, підійдемо, познайомимося. Я кажу, ну, мені, чесно, не дуже цікаво, але добре, якщо за компанію, то підійду. Ну і таким чином ми познайомилися, потім життя так склалося, що я приїхала в Україну жити, в Київ, ну і там зустрілися вдруге з Сашком. Новый клип музыканты планируют запустить на телеканалах уже этой весной. Надеются видеоработой покорить не только Украину. Маргарита Кузьмина, Иван Вирченко, «Объектив неделя».